В своих передачах, образца 95-96 годов прошлого столетия, мы не раз рассказывали о задержании оперативниками весьма значительной по численному составу и масштабу действия организованной преступной группировки, где верховодил неоднократно судимый, особо опасный рецидивист Янис Даугулис. На счету банды Даугулиса были десятки дерзких по своему исполнению вооруженных грабительских набегов с целью завладения крупными суммами денег. Среди преступлений, получивших тогда широкий общественный резонанс, были многочисленные нападения на почтовые машины и почтальонов, офисы частных фирм и квартиры, магазины и таможенные склады, инкассаторские машины и автомобильные фургоны. Впрочем, сколь веревочки не вится, а концу быть, в итоге рецидивист Даугулис и Ижи с ним оказались за решеткой. Причем первопричиной задержания именно Даугулиса стало его непосредственное участие в совершении очередного тяжкого преступления – убийства. Вашему вниманию фрагмент сюжета из видеоархива «Криминал Информа». Может, наши постоянные зрители помнят сюжет об убийстве мужчины в конце минувшего года – Тогда 18 декабря в своей квартире на улице Локомотивы с огнестрельными ранениями был обнаружен труп мужчины. Тут же выяснилось, что он был врачом широкого профиля, практиковал на дому. Несколько недель это преступление оставалось нераскрытым. Однако работа по нему не прекращалась ни на один день. И вот благодаря целенаправленной совместной работе оперативников и криминалистов из Управления уголовной полиции Риги по подозрению в этом тягчайшем преступлении задержан признанный судом особо опасный рецидивист Янис. Свои 47 лет жизни он провел довольно бурно. На его личном счету уже несколько отсидок. Сразу после задержания, а именно с середины февраля до середины марта 1996 года, у банды Даугулиса изъяли большой оружейный арсенал, часть из которого сейчас перед вами на экранах. Похоже, что это изъятие, а также ряд других знаковых задержаний тех дней, послужили причиной для мести, а значит еще одной трагедии, напрямую связанной с матерым уголовником Даугулисом. И вновь сюжет из видеоархива «Криминал Информа». Уже давно в Латвии не было такого тяжкого преступления, как убийство четырех человек. Криминал Информ готов сообщить своим телезрителям о неизвестных доселе деталях этого преступления. 26 марта в одной из рижских квартир по улице Озол Цема 10 в Зепне Калнсе были обнаружены трупы четырех человек – двух мужчин и двух женщин. Их обнаружила хозяйка квартиры, которая сдавала свое жилье одному из убитых. Все четверо были убиты из огнестрельного оружия. В ходе следствия уже установлено, что на протяжении последних нескольких недель эта компания вела весьма разгульный и громкий образ жизни, но соседи терпели и в полицию не обращались. Но кто же эти жертвы? Их персоны установлены, и нужно отметить сразу, что все они хорошо знакомы сотрудникам уголовной полиции. Один из них ранее судимый 35-летний Наурис Иесалнекс еще 25-летний Дзинтар Спертникс Громов, 18-летняя Валерия Павлова и несовершеннолетняя Ирина. Не удивляйтесь, телезрители, это вовсе не мистика. Все эти кадры мы снимали месяц назад, после их задержания в некой финской бане на улице Таллиннас, когда на них надели наручники вместе с известной персоной в криминальном мире Латвии, так называемым уголовным авторитетом, неоднократно судимым Янисом Даугулисом. В тот раз часть преступной группировки Даугулиса была арестована и препровождена в тюрьму. Что же касается двух убиенных мужчин, то их, за отсутствием достаточной доказательств,